Более 1200 участников из 40 стран вышли на старт 29-го международного марафона мира, который прошел на Васильевском спуске. Бегунам предстояло преодолеть Васильевский спуск, пробежать вдоль набережной и финишировать у стен Кремля. В соревнованиях было разыграно 33 комплекта наград в 12 возрастных категориях у мужчин и 11 у женщин. Победителем марафона стал украинец Иван Бабарико, показавший результат 2 часа 17 минут 5 секунд и получивший приз 100 000 рублей.